Экономическая преступность – тот самый вопрос, который не перестает волновать общественность. Именно поэтому 10 мая на юридическом факультете КФУ прошла международная конференция, которая затронула вопрос экономической преступности, в частности, в Германии. Чтобы выяснить, как решается эта проблема за рубежом, в Казанский университет был приглашен профессор Потсдамского университета Уве Хельман. Вместе с профессорско-преподавательским составом юридического факультета он обсудил ущерб, причиняемый экономической преступностью, ответил на вопросы по уголовной ответственности и обозначил сеть интернет как крайне опасное пространство для преступлений. Специалист убежден, что взаимное знание зарубежной практики необходимо для вузов всего мира. Цель моего визита в Казанский университет заключается в участии в международной конференции юридического факультета. И с моей точки зрения, каждая научная дискуссия интересна результативным общением ученых с разных стран. Ведь в результате такого общения специалисты могут научиться друг у друга многому. Дискуссии об экономических преступлениях на сегодняшний день важны каждому университету в любой точке мира. Это факт.